В Азии стартовал чемпионат мира по баскетболу. Это мундиаль, где разные стили и разные команды с разными возможностями соревнуются друг с другом. Но теперь Италия играет с Доминиканской Республикой. Первый матч с Анголой был проведен в нервном ключе, особенно первая половина первой четверти, когда ангольцы вцепились в итальянцев. Но Фонтекио, Тонут и многие другие игроки смогли переломить ход событий. Теперь Доминиканская Республика тоже непростой соперник, но, как мы понимаем, сильные сборные набирают от матча к матчу. Если у вас в составе есть тот же Диуф, Паланара, Дантоме, то ваша задача упрощается. Я, естественно, жду от этого матча какой-то борьбы от доминиканцев, какого-то навязывания своей воли, то, что получилось первые 5 минут первой четверти у Анголы, а потом все это начало снижаться, как температура в второй половине ноября. Естественно, Италия фаворит, и на Италию все будут грузить и ставить, но я все-таки надеюсь, что Доминиканская Республика покажет лучшие свои качества, если даже проиграть это поражение будет не разгромным и не унизительным. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Это был Кемран и ожидания от матча Италия-Доминиканская Республика. Пока!